Сегодня у нас 23 ноября, и уже продают елочки к Рождеству. Ах, как пахнет хорошо. Так, сколько? 16,98. Это такие венки. 19,98 подсвечники. А, класс. Вот сколько такая. 49,98. По $50? По 50. Вот это 72,98. Сколько это? 8 фит? Дуглас. Блин, как пахнет классно. 72, 8 фит, 72,98. Фреш, фреш кат. Видишь, свежее это. Только вырубили, в общем, или как, срезали. 44,98. Вон, 7 фит, $45. Прикольно, прикольно. Что тут еще пишется? Трикер, да? Запахло Новым годом. В Чикаго даже есть магазин еды для собак. А вон поехали эти, которые улицы подметают. Just food for dogs. More life, more years, more love. Прикольно, да? Еды свежие имеется в виду. Ну, надо, да, зайти посмотреть. Приготовленная какая-то. Не корма. Ага. Вон покупает кто-то. Ага. Fresh food, свежие еды. А? Ну такие прикольные. Ага, смотри, какая там дырка даже есть. Ой. Зум, такие амортизирующие. Так. Это делает Китай, правда? Пусенька, какой вообще хаю. О, злюка. Боже, злюка. Непонятно, что это.
здание. Открываю. Чуть-чуть кашну. Там как-то писала до уровня, да? Ты не расхлюпывай. Видишь, какое тесто, я даже не знаю, или удобно вот эти все. А? Наливай. А как наливать, оно сейчас будет лить во все эти? Так там где-то уровень был нарисован. Да какого наливать? Ты видела, где уровень? Хватит, попробуешь один раз так. Так, смотри, Джи, сейчас оторву бумагу. Так, ну что, закрываем и включаем на четверку. Вот мое тесто. И положила еще кокосовую олью, чтобы жарились на них. Как журчит. Когда будет готово, то включится зелененькая кнопочка. Так что ждем вафли. Так, вафли готовы. Опа. Толстенькие такие. Оп, все, теперь можно пить. Я говорю, что теперь можно пить чаечек. Зеленый чаечек с вафелькой бельгийской. Привет, ребята! Сегодня у нас 5 декабря. Приехали в Костко. Вот тут рядом и Костка, и Алди магазин. Заправились, он тоже все заправляются, сколько машин. Бензин по 3,45. Ну, классная тут башенка стоит. Такая тоже. И вон магазин Алди, идем посмотрим, а потом пойдем в Костка. Что мне понравилось, в Алди можно купить немецкие эти штолен, очень вкусные, с черри и с марципаном. Угу. Сколько цена? По 6,49. Прикольно. Пошли на выход. Вон в Костко вот такой стол $300 стоит. Угу. Что, Дим? А на V10 нет, да? Скидки. А? О, видишь, $500. Щетки сейчас вон $70. Идем зайдем в магазин Стефания, европейский маркет. Посмотрим, что там продают. Так, объявление на работу. Сочки, Галиция. Макаронки, апельсины, конфетки, грильяж, вишня в шоколаде, стрела.
О, львівський трюфель. Дімо, львівський трюфель. Де? Де, львівський трюфель. А вон зоряне сяйво. І твоя любима ліщина і мак. Ліщина 8,99, а мак теж 9 доларів. Так, що тут ще є? О, ці крабики по 3,99 і рошен. Курівка 3,99. Так, всякі консерви, шпроти по 2,59, ріжські теж по 2,59. О, львівський пломбір, Діма, Лімо. Чай. А ты какой чай покупал? Мята, мелисса, грин. Так же самая цена 8 долларов. Ну и где вот эти конфеты? Вот Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий. Чорнослив з горіхом, курага, Прометей. Така коробка не дуже. Трошки пом'яти, ціни немає. Тернопіль, цукерки. Що тоді, ма, цін немає. О, Київ вечірній, Рошен. 15 доларів. І такий Київ, Україна. Що ціни теж не бачу. Ялочні ігрушки. Що? Зефір не бачу. Зефір поки що не бачу. Кіндери. І київський торт 35,49 великий і 22,49 маленький. І грильяжний так само. Приехали в Костко заправиться. Сегодня 8 декабря и бензин 3,23. 87. Чуть опять упал. Заправляемся. В Костко дешевле всего бензин. Не в свежих ремонтах. Это еще все такое, что можно, наверное, еще заново ремонтировать. Этого нету даже. На этом на риэлторе не стоит. Сразу открыл риэлтор сайт. Понятно, что оно так должно стоить, если. Пусть тут никто, во-первых, и не ездит тебе сейчас. И тут цена миллион. Миллион. Чай, пицца натуральная, а не это. Натуральная черепичка, да. Даже есть кембранцы, но посмотрим. А смотри, Дима, да, справа. Кембранцы. Угу. Вон терраска. Очень много раз, до 3 дома не было здесь, только домов не хорошо. Нет. На самом деле, да. Вот тут Дима в лесу практически, да? Смотри. Не, ну-то тут вопросов нет. Перепродал он, как интересно. Видишь, вот это вот бады. Это все вот эти же наши. Я как раз хотел сказать, что вот эти вот все дома такие, они находятся именно на тупиковых улочках. Вот это вообще. Улочка. Это все, смотри, вот мы едем, смотри. Вот это все вдоль, то, что слева от нас. 3, 6, 5, 2, 4, 270 тысяч. Вот это богатые люди, нормальные богатые люди живут.
Сколько вот этот сарай стоит раздолбанный? 1,7 миллиона. Вот это вот. Это, наверное, тоже 6 сразу. Либо 4. Мне кажется, что тут прислуга такая, типа, знаешь, что они, да, не берут, что тут штатная, да, типа, каждый день на работу, как на праздник. Ну, туйки посадил. Смотри, вон домина. Это не стыдно в такой дом кого-то в гости пригласить? Ты нет? Видишь, что я говорю, что это тупиковая улица, что просто так никто не ездит. Слышишь, не стыдно в такой дом кого-то в гости пригласить, нет, вот в этот 50? И тоже даже не натуральная черепица такая, все тоже так. Когда, знаешь, в домах за 6 миллионов ненатуральная черепица. Керамическая. Это вообще битумная черепица. Как такое вообще может быть? Мне непонятно. И тут же летом тоже нагревается крыша. Дима, в Америке, смотри, за эффективностью никто не гонится. В Америке все гонятся за бабками. За эффективность очень гонится в Европе. Ну да, там. Как что? Здесь ему вот ты говоришь, крыша нагревается. Да ему пофиг. Вон смотри, какая входная группа. Он влупил. Забор. Он влупил себе это самое. Дима, он влупил себе. Смотрите, да, мне интересно. Мне все, чтобы он конец. У меня там это и через полчаса заберите. Да, не высадит. Да. Через полчаса. Вообще офигенный. Вот даже... и натуральная черепица, то, о чем я тебе говорил, видишь? Ага. Слышишь, я тебе так вот скажу. Вот понимаешь, вот может быть в таком каком, но дело не в этом. Мне, знаешь, хочется, чтобы интересный был проект, чтобы вот ты приходил, смотрел на свой дом, и ты вот просто вот, ну вот ты думал, блин, вот я доволен, что я пришел домой, что вот это вот. Ну тут дом... все довольно такое, скажем, вот это сдержанное. Я не могу сказать, чтобы тут что-то такое было броское. Смотри за то, какие большие деревья и подстрижены. Вот подстричь такие деревья 8-метровые, вот это бабки конкретные. Это приезжают с машин, стригут. Вот это серьезно. Да, это вот забор весь затянут лианами, он слева, видишь? Белка с нами. Да. Смотри, направо тоже. Я тебе скажу, что возле такого дома ландшафт должен быть тоже соответствующий. Ну, вот эти шикарные деревья старинные, вот это все очень тоже так респектабельно. Вон тоже, смотри, какая домина. Ну, вот прикольные дома, я теперь, я вот просто смотрю, я кайфую вот от того, что, знаешь, вышел даже на соседский дом, посмотрел, полюбовался, думаешь, о, а вот сосед молодец, что-то классное там сделал. Понимаешь, типа, ну что-то такое, типа, а ну может я что-то такое похожее себе сделал или как-то так. Знаешь, что это Белман Централ или вот это возле нас, они там все как под трафарет рисовались. Смотри, вот тоже прикольно. Вот это красота, виноград, вот это все затянуто. Вот это очень такой классный домик. И окна не смотри, вот тоже интересный, так тоже... вдавленный, втопленный, mm-hmm. красиво-ка. Этот попроще. Да, и видишь. Не, ну тут как бы в Америке есть такое, что именно если район, то тут все соответствует этому, понимаешь? Какой застройки? 100 лет назад? Все свежее. Давай мы можем посмотреть какого, вот допустим, в любой дом мы можем посмотреть, когда он был построен. Нет, а тут может сарай какой-то стоял, этот сарай снесли и построили на его месте. Типа не то, что сарай, какой-то типа постарше проект, знаешь, был, допустим. Вот этот, ну давай ради интереса вот этот. Тоже натуральная черепица. О, сколько я уже не вижу, где это сейчас. А это самое угловое, вижу, 1,8 миллиона. Был построен 430 квадратов, 5 спален, 5 ванн. Был построен в 1915 году. 6600 квадратов, вернее. Да. Ну тут побольше был только что. Предлагаю вот туда пройти чуть, хоть посмотреть, что там на воду. А вообще, думаю, это 505-й, 510-й, это у нас. Смотри, мы по этой улице ехали только что, а сейчас ехали обратно, и она вообще типа как будто не ехали по ней, правда? Thank you.
сидит в ресторане, будет рассказывать, что у него есть бабки, сразу спросить, где он живет. Если он живет ни в Винетке, ни в Вилмете, ни в Гленку, значит бабок у него нет. Это просто имение и дворцы. Это прислуги должно быть. Трое, четверо, пятеро. Да. Шерри и все. У нас, я же показываю, у нас этот контраст на перемешку. Хотя не Rolls-Royce стоят. Да? Ну а что там? Дима, а что тут Rolls-Royce, понимаешь? Я считаю, что вот Rolls-Royce это все машины покупают. Те, что там, вот, допустим, 200 тысяч стоят машины. Понимаешь, это покупать надо уже, когда у тебя машины нет. Почему? Потому что ты теряешь на этой машине. То есть ты купил за 200, ты больше ценник в 200 она никуда, никогда не увидит. Тут ты дом купил за 5 миллионов, прошло 30 лет, ты его за 10 продал. Там за 10, не за 10, но там за 6 продал, за 8 продал. Понимаешь, красиво, такой сдержанный, как тебе чего такого не просто. Вообще, ты его как-то напродал там, знаешь, дальше. Так, опасно. Я не могу на две стороны снимать, я не снимаю. Даже интересно, когда ты строишь, ты видишь, это проект строится в том процессе. Пастельный фасад, красиво. По терминологии. Я же говорю, моя работа, блин, да? Я что-то как бы не в курсе некоторых слов. Ну, постоянно я имею в виду, что это так, ну, бежевого цвета, не броские, понимаешь, ну, такой сдержанный. Да. И это то же самое. Понимаешь, а вот мы это, возле нас сосед, мраморные колонны на балконе, понимаешь, балясины, не мрамор, или гранит, или мрамор, что там идет внешнее дело, понимаешь? Вот такие вот, тут колонны справа, вот такие вот у него, да, и балкон тоже. Это уже, понимаешь, там девочки напротив поля, и люди там капусту высаживают. С этим то же самое, столкнулись я с этой недвижимостью, так потому уже.
квартира в центре. Короче, это вообще кажется как загородным домом уже, понимаешь? Хотя содержать это ради того, чтобы приехать на... Кашками воняет. Дождь. Я тоже так посидел, дождь. Дима.